Всем привет, друзья! Настало время для по-настоящему большой подборочки с сайта AliExpress. Обязательно ставь лайк, если тебе хоть что-нибудь понравилось, ведь в конце видео будет конкурс на абсолютно любую вещь с AliExpress до $20. Редкая фотосессия бывает необычной, если при этом не используется что-нибудь экстраординарное. Дымовые шашки отлично подходят для решения данной задачи. Цветной густой дым эффектно выделяется на фоне природы и делает фотографии яркими и оригинальными. На выбор доступны различные цвета, а время сжигания одной таблетки составляет от 30 до 60 секунд. Крайне простое и удивительное изобретение канадского дизайнера, которое не даст заскучать даже в самом скучном месте. Это первая в мире ручка, сделанная из магнитных модулей. Она состоит из 13 магнитов, которые можно разбирать и собирать в любые формы, фигуры или узоры. В любой момент магниты собираются обратно в ручку, и можно снова ею пользоваться по прямому назначению. С помощью этой простой штуки можно преломлять солнечный свет и разделять его на множество других оттенков. Треугольная призма представляет собой геометрическую фигуру с двумя треугольными основаниями и тремя боковыми гранями в форме прямоугольников. Лучи света, проходящего сквозь призму, отражаются внутри нее под разными углами и на выходе образуют красивую радугу. А кроме своего основного предназначения, данная штучка позволяет получать красивые фотографии и необычные эффекты при съемке видео. При длительном просмотре фильмов со смартфона всегда возникает одна проблема. Если держать телефон так, чтобы было удобно смотреть, то через некоторое время рука неизбежно устает так, что начинает неметь и неприятно покалывать. Создатели этого держателя обратили внимание на эти неудобства и сделали так, чтобы можно было жестко зафиксировать экран на комфортном уровне. Аксессуар изготовлен из гибкой трубки, которую можно изогнуть, закрепить на шее и с комфортом просматривать фильмы с мобильного устройства. Эта веселая машина позволит выяснить, кто на самом деле самый быстрый и ловкий. В этой игре все зависит только от самих участников. Чем быстрее ты нажимаешь на кнопку, расположенную рядом с тобой, тем больше вероятности, что угощение встретится с лицом твоего соперника. Развлекаться можно не только с какими-нибудь вкусными десертами, но и вполне себе с пеной для бритья. Многие, кто имеют подобные микрофлешки, наверняка знакомы с тем, как же медленно с них идет чтение и запись. Флешка подобного формата от одной известной компании обладает гораздо более высокой производительностью и многократно отличается скоростью чтения. Теперь не нужно ждать целую вечность, пока перекачается папка с музыкой в 300 мегабайт. Устройство, позволяющее проектировать и создавать настоящие объекты из различных материалов прямо в домашних условиях. 3D-принтер – это уникальная вещь, которая обязательно пригодится в хозяйстве. Благодаря технологиям 3D-печати можно получить любую деталь или объемную фигуру, не затрачивая на это своих собственных сил. Достаточно загрузить файл с 3D-моделью в программу принтера и подождать несколько часов. Самая оригинальная и стильная расческа. Данный аксессуар мало подходит для использования по своему прямому назначению, но вот как замена рабочего ножа бабочки для тренировок подходит лучше всего. В отличие от настоящего болисонга, чтобы нанести травму этим объектам, при кручении и выполнении различных трюков нужно весьма неплохо постараться. Поэтому, если вы планируете приобрести себе настоящий нож-бабочку, но сомневаетесь, что не отрежете себе палец, такая штука сгодится как нельзя лучше. Плазменный шар – это очень странное, но простое изобретение. Прозрачная герметичная сфера заполнена изнутри специальными инертными газами, благодаря которым разряды имеют различные оттенки. Достаточно к нему прикоснуться, и вы увидите настоящую молнию, идущую от центра шара к вашей руке. В детстве многие мечтали попасть в мыльный пузырь или в воздушный шарик. Теперь это возможно. Аквазорб – это тот самый популярный аттракцион, который вы наверняка видели летом на местных водоемах. Желающий покататься зорбонавт залазит внутрь пузыря, а помощники застегивают герметичную молнию. При помощи насоса сфера накачивается воздухом, после чего в водном шаре можно ходить по воде, бегать, ползать или просто веселиться. Настольная лампа 80 уровня. Она также светит на стол, ее можно гнуть и поворачивать в разные стороны. Но кроме того, в ней есть возможность регулировать яркость свечения, выбирать цветовую температуру, а также выключать свет лампы по таймеру. Помимо своего стильного дизайна, лампа обладает еще и сенсорным управлением, модулем беспроводной зарядки для смартфонов и наличием USB-порта для экономии основных розеток. Первый в мире механический замок, который поможет физически защитить ваш телефон от карманников или от случайного падения. В момент размещения смартфона в кармане замок автоматически присоединяется к устройству и не дает ему покидать это место, пока сам хозяин не пожелает этого сделать. Чтобы отсоединиться от замка, достаточно просто надавить на смартфон с помощью жесткого нажатия на заданный угол, а вся процедура занимает менее 1 секунды.
Загадочная и очень необычная вещь. Штормглаз – это стеклянный сосуд в форме капли, который заполнен необычной жидкостью, чутко реагирующей на любое изменение природы за окном. Благодаря перепадам атмосферного давления в стеклянной колбе образуются кристаллы различной формы. По характеру изменений и количеству образовавшихся кристаллов можно понять и предсказать, в какую сторону изменится погода. Песочные часы с жидкостью вместо песка интересны тем, что перетекающие одновременно капли двух цветов проходят сквозь тонкую плоскость перетечения жидкости, превращаясь в цветные круги. При этом можно наблюдать не только действие поверхностного натяжения, но и сложение цветов. Осторожно, вызывают залипательную зависимость. Нередко попасть ниткой в иголку может занять столько же времени, сколько и зашивание носка, который инициировал проведение этой операции. Полуавтоматический нитевдеватель призван многократно сэкономить время и попадать ниткой в иголку сразу с первого раза. Иголка вставляется в паз устройства, а при нажатии на боковую кнопку игла пробивается специальным крючком, на котором остается закрепить нитку, а после вернуть устройство в свое первоначальное положение. Крутой подарок для любителей ездить по миру. Карта со специальным покрытием позволяет легко отмечать страны по мере их посещения. Скретч-карта работает по типу современных лотерейных билетиков. Верхний защитный слой легко удаляется с помощью обычной монетки, а под ним скрывается яркая разноцветная разметка. В итоге получается отличный дневник туриста с наглядно отмеченными посещенными странами. Broadlink SC1 – это модуль, который позволяет дистанционно управлять электроприборами. Достаточно скачать приложение и подключить девайс согласно инструкции. Устройство работает по Wi-Fi и поддерживает приборы мощностью до 2500 Вт. Также на случай непредвиденного отказа сети на корпусе гаджета имеется кнопка, позволяющая управлять питанием вручную. Автоматический веник для тех, кто устал подметать полы с обычным веником и совком. По своей сути, автовеник схож с пылесосом, но при этом он полностью основан на механической работе. Для его работы не нужно использовать электричество или батарейки. Веник начинает работать просто во время движения по поверхности. За счет вращения специальных щеточек мусор автоматически заметается в контейнер, который удобно вытряхивается после окончания уборки. Эта умная штука в виде небольшого металлического медальона позволяет отслеживать физическую активность питомца. Фактически это тот же Mi Band, только для маленьких четвероногих друзей. Штучка умеет считать шаги и физическую активность, определять местонахождение питомца и даже отслеживать качество его сна. Кроме того, все это также синхронизуется со смартфоном, а в дополнение ко всему бирка еще может и светиться в темноте. Такие клипсы для обуви особенно подойдут ночным велосипедистам, передвигающимся без опознавательных фонарей, а также всем любителям делать пробежку в темное время суток на оживленных трассах. Фонарики крепятся на пятку и ярко светятся либо мигают, выделяя своего обладателя в ночной темноте. Настоящий рай для любителей рисовать. Эти наборы маркеров как нельзя лучше подходят начинающим художникам, которые еще не могут позволить купить себе профессиональные маркеры. TouchView обладает яркими цветами и широкой гаммой самых разнообразных оттенков, и при этом не стоит как космический корабль. Еще одна штука, позволяющая многократно сократить время уборки тем, кому надоело орудовать обычной щеткой вручную. Это электрическая и беспроводная щетка, которая сократит множество лишних движений и поможет удалить трудновыводимые пятна грязи и накипи. Насадка в виде конуса можно очищать узкие пространства или пробелы. Полукруглая насадка подойдет для чистки раковины или душа, а для пола и стен используется плоская насадка. Настоящий уничтожитель грязи. Портативная соковыжималка для быстрого получения натурального сока цитрусовых без косточек и прочих кожурок. Устройство позволяет в 3 шага выжать все соки из нужного фрукта и получить отличный тонизирующий напиток. Разрезаем фрукт пополам, кладем его в нижнюю часть девайса и давим как можно сильнее. Годится для получения сока из зеленых лаймов, желтых лимонов и оранжевых апельсинов. Уникальный инструмент для автомеханика, просто домашнего мастера, а также для представителей других нелицензионных профессий. Миниатюрная армированная подушка просачивается в самые узкие отверстия, а груша-насос позволяет накачивать ее воздухом до пухлого состояния. Это позволяет приподнимать массивные объекты, чтобы выравнивать их по уровню, либо просовывать какой-нибудь вспомогательный инструмент в получившееся отверстие между двумя ранее плотно прилегающими плоскостями. Многим наверняка знакомо, как зачастую раздражают скользящие по полу коврики. Это специальные треугольные штучки, которые цепляются на каждый угол нужного коврика и буквально приклеивают его к своему месту. При этом при желании их можно легко отлепить, помыть и использовать повторно. Главное, благодаря таким маленьким помощникам более не нужно постоянно поправлять ранее скользящие коврики.
Эти очки позволяют разглядывать мельчайшие детали без необходимости напрягать зрение. Очки гораздо удобнее, нежели чем обычная лупа или джентльменский монокль. Руки остаются абсолютно свободными и могут использоваться главным образом для решения основных задач. Увеличительные очки дают визуальное укрупнение любого предмета, и вечный вид становится больше в несколько раз. Этот ключ представляет собой гибрид гаечного ключа и плоскогубцев, и при сжимании рукояток захватывает сразу 6 плоских сторон гайки. Это не только позволяет использовать один инструмент для гаек разного размера, но и существенно облегчает работу. Гаджет способен заменить больше десятка самых популярных гаечных ключей, при этом данный ключ занимает гораздо меньше места, позволяя экономить пространство для хранения других не менее важных приспособлений. Компактный прибор, позволяющий визуально убедиться в подлинности денежных банкнот. В основе конструкции устройства лежат ультрафиолетовые лампы, под воздействием света которых нанесенные на банкноты защитные метки начинают светиться. Таким образом, с этим прибором не отличить настоящую купюру от билета банка приколов может только человек с очень плохим зрением. AppMyPrintBar.ru – это место, где вы найдете уникальную одежду с принтами по всей поверхности, а также сможете сделать дизайн на свой вкус, если готовые шедевры чем-то вас не устроили. Встроенный конструктор позволяет замутить свой собственный дизайн и получить готовое изделие. Ссылка в описании. Эта простая штука позволяет получать реалистичную фактуру дерева практически на любой поверхности. Достаточно нанести краску на подготовленную поверхность и нехитрыми движениями добиться нужного эффекта. Дугообразные ребра шпателя создают на стенах неровности, которые, касаясь свежего слоя краски или штукатурки, создают такой древесный рисунок. У многих наверняка не раз в жизни возникал такой момент, когда в розетку необходимо вставить больше, чем одну вилку. На ум сразу приходят тройники и прочие разветвители. Однако Power Cube – это нечто новое в этой группе аксессуаров. На каждой грани куба располагается своя собственная розетка, благодаря чему на столь компактном девайсе умещается сразу 5 точек подключения. А специально для обладателей мобильных гаджетов есть версия с двумя встроенными USB-портами. Уникальный гаджет, способный не только будить и показывать время, но и передавать рукописные послания всех членов семьи друг другу. В их корпус встроен вертикальный прозрачный экран, на котором можно оставлять рисунки и записи, используя специальный маркер из комплекта поставки. Благодаря встроенной подсветке любая надпись засияет неоновым светом, и важная информация обязательно попадется на глаза владельцу. Комфортабельная складная подставка для ноутбука. Отлично подойдет тем, кто проводит достаточно много времени, работая за столом с обычным ноутбуком. Подставка поднимает экран ноутбука на уровень глаз, что приводит к нормализации человеческой позы в этом состоянии. Подходит ко всем ноутбукам с передним краем менее 2,2 см и шириной корпуса более 28 см. Не всякий может позволить развести себе костер прямо посреди своего жилища. Однако следующая штучка позволит каждому получить похожую картину. Эта светодиодная лампа горит мягким теплым светом и своим сиянием создает уникальный эффект пламени. Издалека складывается впечатление, что за абажуром горит настоящий огонь, а не просто обычная лампочка. Гравитационный крюк – это уникальная вещь для хватания и подтягивания вещей. Он создан для добычи практически любых малых и средних предметов с использованием веревки. При ударе о препятствие крюк раскрывает свои острые зубья, а при обратном движении зубья схлопываются под действием силы тяжести. В комплекте идет дополнительная деталь, поставив которую можно добавить еще пару точек зацепа. Складная многофункциональная лопата прекрасно подходит как для работы в саду и огороде, так и для использования в походных условиях. Обладает компактными размерами в сложенном виде, а благодаря 5 дополнительным функциям прекрасно подходит для любителей отдыха на природе. Рабочая часть и кирка позволяют выкапывать ямы, зубья подрезать мелкие корешки и ветки. А также лопата имеет открывалку для бутылок и компас, позволяющий не заблудиться по дороге домой. Многим наверняка хотя бы раз приходилось резать большие сим-карты, дабы уместить их в более компактных слотах. Однако сделать это обычными ножницами чревато возможной потерей работоспособности. Резак для сим-карт – устройство, которое обязательно пригодится в таких ситуациях. Резак существенно экономит время и нервные клетки, позволяя качественно подрезать симки, затрачивая на это минимум времени. Черные ватные палочки продаются довольно давно, но вот найти их удается далеко не в любом месте. Сделаны из специального некрасящего материала, поэтому можно не беспокоиться, что после их использования уши изнутри будут аналогичного цвета. Выглядят необычно и прикольно.
Полезная вещь, когда нужно что-нибудь ровно отпилить, просверлить или повесить. Функционал начинается с двух измерительных элементов в виде обычной линейки и встроенной рулетки, проходит через три жидкостных уровня, расположенных в разной плоскости, и заканчивается на встроенном лазере, который позволяет наносить на стены точные вертикальные и горизонтальные линии. А это еще одна вещь, которая может пригодиться в кемпинге. Светодиодная люстра имеет три светодиодных светильника и обеспечивает до 8 часов непрерывной работы на одном заряде аккумулятора. На обратной стороне лепестков имеются солнечные панели, так что днем гаджет можно подзарядить прямо от основного источника освещения. Сегодня про биткоин не слышал только самый ленивый. Однако среди многих до сих пор есть те, кто не до конца понимает, что же это такое на самом деле. Для этих случаев наши китайские друзья наловчились изготавливать неплохие на вид биткоины, которые можно купить гораздо дешевле официального курса. Хочешь выбрать и бесплатно получить любую вещь с Алиэкспресс до $20? Тогда участвуй в этом простом конкурсе. Для участия достаточно написать любой комментарий, поставить лайк на это видео, а также быть подписанным на этот канал. Как только видео наберет необходимое количество лайков, я сразу же разыграю приз среди тех, кто выполнил все условия конкурса. Все подробности есть в описании. Ну а на этом у меня все. Всем удачи и до новых выпусков.